Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Юрский мир. В питомнике у нас кто-то созрел. Так, забираем. Капразух, отлично. Поместить. И легендарный у нас там, кстати, вывелся еще. Ага. Так, ты у нас куда пойдешь? Гасторнис. Нифига себе название, Гасторнис. Так, а он пошел вот сюда, друзья мои. К животным. Я думал, что это будет все-таки динозавр. Но нет, это животное мезозойской эры. Так, заберем тогда с тобой здесь награды. Все, что сможем. Так, секундочку. Где мой питомник? Место освободилось. Кстати, друзья мои, вот такой вот чудик мне достался. Это мамонт. И вот такой. Так что ждем, когда они у меня вылупятся. Так, всех редких, которые у меня не были, ребята. Новинка. Вот, еще у меня кто есть? Дэдди Курус. Давай-ка мы, наверное, его выводить будем. И здесь... сейчас посмотрим, кто у нас еще есть. Суперзавр. Так, дикозавр, новинка. Ксифантин, это у нас было. Так, псевдоферма. Ну давай псевдоферму поставим. 13 часов будет вылупляться. Окей, скоро, значит, мы будем с тобой участвовать в поединках, где животные нужны. Так, здесь забираем награды. Собрать 120 тысяч еды. Откройте набор карточек. Две штуки мы это сделали. Ну и основные. Собрать моды. Покормить не менее 4 динозавров. И использовать 3 ускорения. А здесь нам нужно собрать 15 тысяч монет с вертолетной площадки. Ну-ка, где у нас вертолетная площадка? Вот она. Фу-ху. Таким образом мы будем с тобой тут до посинения, если честно, ребята, добывать. Гигантозавр. Покормили. Так. Покормить. Нам сказали, сколько? 4 нужно, да? Покормить. Так, ну давай здесь покормим. Ну что там опять? Велосираптора покормим. Все, задание выполнено. Ну, давай сами сыграем, так уж и быть. Надеюсь, задание будет простеньким. Раз, два, три. Тут зашибись. Потрясающе. Так, далее. Раз, два, три, четыре. Великолепно. Вот что тут надо сделать? Я нифига не понимаю, ребят. Как? Как это должно работать? Тут понятно, кликать. А там-то что надо делать? Хоть бы объяснили, прежде чем выдавать такие задания. Зашибись. Тут надо было очень быстро все это сделать. И последний раунд. Мимо. Но главное, что поймали мы с тобой это существо. 725 опыта плюс 2 супер ДНК. Покормили. Значит, что нам нужно? Использовать ускорение и моды. Ну, давай моды, наверное, сделаем с тобой. Так, за доллары не хочу. За монеты не хочу. Вот, за ДНК. Так, Дельта. Что ты нам дашь? Превосходство. Увеличит бонус к показателю атаки за преимущество класса с 50% до 150%. Если бы мне это еще хоть что-нибудь говорило. Так, используйте в сражениях 3 разных класса динозавров. Так, использовать ускорение. Ну, сейчас мы с тобой соберем монетки. О, ДНК тут у нас еще созрело. Что такое? Забираем. Это все нам нужно собрать. Деньги, как говорится, лишними в любом случае не будут. У нас так с ними проблема.
Там, извини меня, за одну схваточку по 300-400 монет требует, прикинь. Вот такие у них расценки сейчас идут. Так, значит, нам нужно ПВПшку. Давай посмотрим, что у нас тут. Во-первых, события. Испытай свои силы. Что скрывается внизу, без ограничений. И схватка чемпионов. Давай-ка попробуем вот это. О, то, что нужно, ребята. Вот это я обожаю. Значит так, берем с тобой Артакантуса. И с ним пойдут, ну, вот эти вот два. Вон, смотри, 200 тысяч. Ребята, чтобы подраться, 200 тысяч, будь добр, заплатить. 548 атаки. Ты представляешь, это просто один удар, и хронозавр отправляется на дно. Так, дальше. А этот будет немножко сопротивляться. Геликоприон. 210 к атаке, ребята. Не дурно, неплохо, но... Так, а мы сможем его, интересно, вырубить? С двух атак. Давай проверим. Раз, два. Защиту поставил все-таки, а? Значит, одну защиту и один бонус он себе влепил. Две атаки. Ладно, ну что, ребят, ушатываем тогда его, да? Раз, два. На всякий случай. А, он две атаки нанес, да? Две. Вот так вот сделаем. Иди отсюда. Ну и последний, это у нас Ризот. Пучеглазый какой-то, а? Что ты тут елозишь? Ага. Губешки закати обратно. Все, уничтожаем полностью. Полностью. Давай, давай, давай. На тебе. 2336 урона. Я думаю, что это неплохо. Ну что, нам еще нужно с тобой сделать один поединок. У нас тут опять кот загорелся. Ну что, давай сыграем, посмотрим. Ой-ой-ой. Жуть-то какая. Да как так-то? Хорошо. Так, окей. Да блин. Третий раунд. Опять то же самое. Да какой нафиг неплохо. Все очень плохо. Замечательно. Главное, что мы его поймали. Существо поймано. 220 опыта. Ребят, нам скоро дадут 38 уровень. Так, а мы продолжаем с тобой, да? Что скрывается внизу? Ну, в принципе, я думаю, что... Так, сделаем, наверное, вот таким вот образом. Поехали. То, что у нас есть один легендарный динозавр, это хорошо, ребят. Простотега. Иди-ка ты знаешь, куда, простотега. На. Так, вот эти у нас, получается, усиленные против меня. Ух ты, какой ты длинношеи. Неужели две атаки сделает, а? Так, точно. Две атаки он мне прописал. Ладно, лови тогда. Оу, погоди-ка, лови тогда. Вот так сделаем. Ну, понятно. Он все равно, ребята, все потратил, а мы его сейчас вот в данный момент уже уничтожим. Пока, Маруся. Стиксозавр, вот как его величали. О, геозавр приплыл. Три атаки сделает, 100% тебе говорю. Ну и зря. Так, выходит наш голубчик. Ой, какой ты ватненький. Ну ладно, я думаю, что хватит тебе этого, да? Да. Ну что, друзья мои, мы победили здесь, и остается нам забрать с тобой заслуженный честнопак.
и посмотреть, кто нам там выпадет. Опять код 19 сгорелся, да чтоб тебя. И это у нас Далихорин Хопс. Супер редкий. Неплохо, 650 очков доверий. И, друзья мои, это новенький. Новенький динозавр, который у нас появляется, такого у нас не было. Так. Опять ты. Что ж ты такой неугомонный-то, а? Замечательно, потрясающе. Все, здесь тоже замечательно. Вырулили. Так. Прекрасно, да? И последний. Ага. Я даже не успел, ребята, до этого, как мы уже с тобой все. Идеальная поимка. 5 ДНК, все дела. Тут забираем. Тут забираем. Так, а что у нас тут такое? Ага. Потихонечку мы с тобой копим, да? Сколько нам еще нужно? Ой, ой-ой-ой, еще 14, ну не 14, 13 с половиной тысяч. Даже чуть больше. А что у нас на рынке? Что-то моргает, что-то нам хотят показать. А, ну видимо то, что у нас появился с тобой новый динозавр, да? Водоплавающий. Наверное, это? Так, это у нас капразух. Хм. Нету ничего. Нет, конечно, можно крутить дальше, но... Там ничего нету. Так, события. Только для обычных. Это набор ДНК. Ну, ребята, набор ДНК, я думаю, не стоит тратить здесь своих динозавров сейчас. Давай глянем, что у нас на випке. Ё-моё. Вип-схватка. Стегоцефала бы мне как-то получить хотелось бы, чтобы его прокачать. А здесь у нас что? Да ну нафиг. Вот они, ребята, вот трындец полный. Они мне вот таких вот чуваков дают. И хоть что ты, хоть стой, хоть падай. И пак. Но он не заслуживает того, чтобы драться за него. Но в любом случае нам что-то нужно с тобой делать. Дозух. Может быть, капразуха соединить, а? Давай попробуем. Ах, как всегда не хватает, да? Как всегда. Ладно, давай еще попыточку. Да хорош. Ты издеваешься надо мной. Не, ребята, больше я попытку не буду. Просто вот так вот сделаем и все. Так, использовать 3 ускорения. Так, ну что, теперь остается PvP-арена. Так, с водными, с наземными. А давай-ка вот это вот попробуем, а? Стоп. Стоп. Чтобы пробовать, надо вначале хотя бы прокачать чуть-чуть. Они у меня там первого уровня. Это никуда не годится. Смотри, смотри. Опа. Поймал какого-то суслика там. Так, этот у нас, понятно, 10 уровня. Кот. Хорош он. Иди, помогай. Отвлекает меня. Естественно, этого тоже прокачиваем. Смотри, смотри. Оп. И захомячил. Так, и последний. А этот, по-моему, у меня прокачанный, да? До 10 уровня вроде бы. Угу. Ну что, как раз, ребята, и проверим, что у нас, как это вообще все выглядит и кто против нас будет. Раз, два, три. Стартуем. Кто у нас тут из соперников сейчас будет?
Ох, ёк-макарёк. И все как раз против моих, да? Против моих птичек. Там у него какой-то медведь. Хм. 518 к атаке. Обалдеть. Меняет. Ну что, друзья мои, он поменял, мы добиваем. Ой, какой добиваем? У него 1500 хп, какой добиваем? Вот это я тупанул, друзья мои. Так, а вот против этих кто хорошо заходит? Не вот это ли? А, блин, я даже не знаю, ребята. Сейчас посмотрим. 213. М-да. 2 атаки, если я сделаю, я все равно не пробью, да ведь? Нет, не пробью. А вот он нас ушатает с 2 атак. Офигеть. Энтелоракос. Блин, язык сломаешь. Ну что тут? Это, как обычно, какой-то, ребята, олень. Ёк-макарёк. Медведь. Ну, нам тут крышка. Медведь оленя сейчас порвет. Да, вот это, конечно, мощная птичка. Ну, и сразу видно, чувачок тут имел птиц этих очень много. Раз, извини меня, фиолетового добыл. А может быть, он ему выпал где-то. Но главное, что я посмотрел. Ой, бедный мой олень. Такой контуженный весь. Что со мной? ПВП-битву надо было сыграть? Надо было сыграть. Я сыграл, все. Забираем награду. Так, используйте в сражении 3 разных класса динозавров. 2 наземных. Ну, здесь, наверное, только на ПВП. Ой, на ВИП идти. Давай-ка вот сюда вот сходим. Не понял. 30 противников. Против нас будет 30 противников? Ты серьезно, что ли? Ну, давай посмотрим, как мы далеко с тобой здесь можем пробиться. Ну, тут понятно. Вначале будут давать самых-самых изичных, так скажем. Лупим. 4787 атаки. Не, парень, тебе тут ничего не светит, даже не мечтай. Да-да-да-да, конечно, ну, 7. Хорошо. Он, наверное, защиту взял, скорее всего, да? Он, скорее всего, взял защиту одну. Нет. Он все-таки решил взять бонусы. Так, Лимнос Селис. Получает 3. 3 атаки. Слушай, что-то они там копят, копят все куда-то. Да ладно. Ты прикинь. Ах ты же чара, ты помойный, а. Что он делает? Он 3 оставил, для чего? Для чего, ребят? Для того, чтобы передать бонусы, вот для чего. Так, сколько тут? 31 атака. И плюс он получает, ё-моё, 6. 6. 4 он оставил в запасе. Мне придется все тратить. Да ёк-макарёк, блин. Что за приколы-то такие? Они, он все время, ребята, бонусы передает, передает и передает. Ладно, в следующий раз мы сделаем с тобой немножко по-другому. 7, прикинь, сейчас сколько он тратить будет? 2. И опять же он 100% сейчас будет передавать бонусы. Поэтому я сделал так, 2 атаки и 2 бонуса.
Да вы оборзели, что ли, а? 6. Так, он 5 из них атакует. Один у него остается, да? Значит, так с тобой делаем. 1, 2, 3. Вот таким макаром. Так, Лимносцелис. Он без бонусов, ребята. Так, первую грань прошли. Ага, ага. Конечно. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Проверим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как же так-то? 5. Что сейчас он будет делать? Ха-ха-ха. Конечно. Трешечка у него зависла, короче. Трешечка, вот и думай. На защиту он 100%, наверное. Блин. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Так сделаем. Ага, провели. Алангазавр вышел. Явился, не запылился. Так, у нас 2 защиты есть. Посмотрим, сколько он будет сливать. 1. Так, 3. Остается 2 у него на запасике. 2. 1, 2, 3. Вот так вот. Отлично. Иди корми опарышей. Аллозавр. А вот дальше уже пойдет серьезный противник. Гребешки закатай обратно. Так, смотри. Он 100% в бонусы пойдет. 100%. 1, 2, 3. Вот так вот сделаем с тобой. И вот так. Немножко перебрал, но ничего страшного. Так, пошел фиолетовый. Это у нас Лимноринг. 5. Сколько сливать будет? 3. 2 по мне попадает. 2 у него остается. Скорее всего, 1 защита, 1 на бонус. 1, 2, 3. 1, 2. Вот так сделаем. Нет, он сделал 1 на защиту и 2 на бонус поставил, да? Получается так. А 2 на бонус это 6 к урону. 5 к урону. А, 1, что ли, получается, он взял? Ладно, смотрим. Блин, 2 атаки. И пошли рептилии, кстати. И пошли рептилии. 1, 2. 1, 2. Так вот, посмотрим. Ага, пробиваем. Выходит следующая рептилия. Так. Мы прошли вторую грань. 152 к атаке. Ах ты, жук ты навозный. Что ж ты тогда сделал, а? 1, 2, 3, 4. Проверим. Отлично. Тут мы его раскололи. Гигантозавр. 6. Сколько сливать будет? 2. 4 оставил, получается, да? 4 он оставил. 3. 1, 2. Вот так вот, я думаю. Я знаю, что он хочет на этого чувачка перекинуть все свои бонусы, чтобы он атаковал меня посущественнее. Так что, Диплокаус, я думаю, что у тебя здесь... Ох, 7. Ёк-макарёк. И сколько? 3? Ребят, он начинает копить бонусы. Он начинает копить бонусы. Сейчас посмотрим, сколько он вольет. 2, по идее, да? 1. Сколько он из этого потратит? Окей. 1, 2, 3. 1, 2. Отлично. Ну, диплодок нам не страшен, потому что это травоядник, у него пониженный бонус против нас, так что... Тут все отлично будет. Пятерочка. Что он будет делать с своей пятерочкой? Ничего. Тьфу.
Раз, два. На всякий случай три. И две защиты. Проверим. Так, один бонус переходящий он взял. Ладно, допустим. 47, но это не критично. Это не критично. Так, раз, два. Раз, два, раз. Да чтоб тебя, ну... Ну, бонусов у него нету, да? Что он сделает? Три атаки. Ну, тогда все, тебе крышка, парень. Раз, два. Раз, два. Ой, зачем так дофига? Зачем я столько защиты взял? Мне надо было, блин, на бонус, ребята. Ай-яй-яй. Он сейчас не будет ходить. А, нет, смотри-ка. Пошел в атаку. Раз, два. Вот так вот сделаем. Так, а там уже пошел редкий у нас гаденыш. Диморфодон. Собственной персоны. Что он сейчас? Он не стал вообще, ребята, ничего тратить. Три и две защиты. Понял? Пятерочка. Что же он сейчас предпримет? Это не страшно, ребят. Две остаются у него в запасе. Раз, два. Окей. Раскусили. Тепижара. Собственно, персоной прилетел. Пять. Угу. Две оставил, да? Блин, а так уже чувствуется, ребята. Две оставил. Раз, два. Проверим. Ага. Значит, один все-таки бонус он хочет передать рептилии. Но это уже опасно, ребята. Если он сейчас звезданет по полной, это будет плохо. На 490 вдарил мне две атаки. Ё-моё, а там уже Лего на подходе. И он еще и бонус ей передает. Цератозавр. 123 к атаке. Смотрим, ребята. Ага. Раз, два, три. Раз, раз. Проверим. Нормуль. Ушатываем парня. Так, и Алангозавра теперь бы победить, и мы с тобой перейдем на четвертую фазу. Ну, я не знаю, поможет ли нам это, смотри. Слушай, что-то он тут, что-то он хитрит. Неужели он на этого все хочет перебросить? Хм, да, много бонусов, ребят, летит. Раджазавр. Сколько ты сливать будешь? Две атаки, ребята. Две атаки сливает, а три остается. Куда он может? Наверное, сделает он вот так. Угу. Один бонус переходящим будет у него, получается. То есть пятерочка. А тут 254 к атаке, ребята. Это плохо. Это смерть нам. Все, он побеждает. Ну ладно, не расстраивайся. Бывает, бывает. Что ж поделаешь. Ну что, забираем с тобой награду. Или ничего мы с тобой не забираем? Нет, забираем серебряные награды и Раджазавр. Так, скоро, друзья мои, у нас будет 10 тысяч очков доверия, и мы с вами получим какую-то легендарную карту. Так, подожди, схватки. Схватки-то схватки. Что нам здесь нужно? Используй в сражении три разных класса динозавров. Наземный три.
Что-то я немножко не понял. Наземные 3. 43 минуты еще ждать. Тут 8 часов, 13 часов. Ладно, это терпимо все. Ну что, давай тогда схватку чемпионов пойдем. Ну а что нам еще делать, друзья? Так, здесь берем птеродактили. Здесь возьмем вот так вот. 200 тысяч потрать за поединочек. Будь добр. Ой. Ихтиостега здесь против нас, друзья мои. Берем бонус, ну и смотрим. Менять будет или нет? Меняет. Сколько? Воу-воу-воу, тише, парень. Фига он. Ну-ка. Сможем завалить его? Нет. А ему нужно всего лишь 2 атаки сделать. У него как раз 2. И он все сливает. Прикинь, чтобы только уничтожить меня. Все слил, гаденыш. Так, ладно, мы сливаем свои 2 атаки. И делаем 1 бонус. Ой, Нейзавр отдупляется. Вот это я тупанул маленько. Вот это я тупанул, блин. Он же сейчас, ему достаточно 1 атаки мне сделать. Но он почему-то тратит 2. Да, птеродактиль, я понимаю. Но я не знаю, как вам типа. Ты посмотри, их тиастега 840 атаки и 1500 здоровья. А у меня сколько? Ну ты понял, да? Что, ну это нереально, ребят. Это просто нереально. А нам крышка. Ему 1 удара достаточно, чтобы снести меня. Но он сливает 5. Слушай, их тестика напоминает мне чем-то Кулазуха, смесь с кем-то, да? По-моему, так. Нет, что-то какие-то бои пошли с очень-очень лютые, ребята. Надо делать, я не знаю, какие-то гибриды или еще что-нибудь в этом роде. Потому что, ну, далеко мы так не уйдем. На випке тоже сложно, ты посмотри. Одних летунов дали. Одних летающих мне подсунули. Ну ладно, давай посмотрим. Ну, здесь бонус возьмем. Это кто у нас? Аэротитан. И он не стал ничего делать. Раз, два. И вот так. Макарек. Ну и что? Атакует? Ладно, фиг с тобой. Раз, два и раз. Че, он 2 бонуса, что ли, передал, получается? А ланки? А, это Кецалькоатль. 97. Ух. Он все, ребята, тратит. Он не жалеет себя. Раз, два. Этого хватит. Так, и последний. Кто у нас там? Тиранодон. Собственной персоны. 3 атаки сделать, нам крышка. А, нет. Нет, 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 нет. Тогда крышка ему, ребята. Все. Прощай, Маруся. На-ка. Это только 1 поединок из 5, по-моему. Или из 6, из 5. 1 поединок из 5. Это на випке. Ладно, давай глянем, что у нас тут дальше. Топилонозавр, пастозух.
Раджастега. Ну вот как с такими бивнями драться, ё-моё. Я просто умываю руки, ребят. Ну, никак. Просто никак. Даже с топиолоза... Блин, откуда они таких вот чуваку берут? Топиолозавр, вот это все. Они же скрещивают. Лимфоцелис. Нам нужны тоже вот эти вот 40-е уровни, ребят. Как можно больше 40-х. И после этого уже начинать тоже скрещивать. У нас только один аналогозавр есть, которого мы в свое время получили. Аэротитан нам не выпадает. Птеродактиль тоже не выпадает. Неоткуда ему выпадать. Дилофозавра тоже как-то надо, ребята, прокачать. Ведь из всех вот этих слабеньких в свое время получаются отличные мощные динозавры. Тодзи, стегозавр, стегу нужно тоже прокачать. Я молчу про всякие там легендарки, супер редкие. Ну, обычных-то же можно же прокачивать. Тоже гиганатозавра. Вон, анкилозавр у нас грустит. Угу, включить за суточку. Нет, я уж потерплю, когда ячейка освободится. Используйте в сражении три разных класса динозавров, наземные два раза. Не могу понять, наземные. Ну вот, наземные. Три разных вида динозавров. То есть они хотят сказать, чтобы я применил, например, водное, да? Такое и... Такое, что ли? Или как понять? Или наземное? Ну, наземное — это кто по земле ходит. Других вариантов и быть не может. Сейчас проверим. Так, нам кто-то там... Легендарка? А, нет, это редкий. Кулазух против пастозуха. Я, наверное, возьму бонус. Интересно, он будет сейчас две атаки включать или нет? Две, блин, он раскусил меня, ребят. Я думал, что не будет. Ну что, ушатываем тогда его? Пшел сюда. Так. Терезинозавр. Ну и что ты будешь делать? Атакует. А я, знаешь, что, наверное, сейчас сделаю? Вот так вот сделаем. И две атаки тоже пропишем ему. Вот как-то так. Суперзавр выходит. Даже если он применит три атаки, подожди, три атаки, да, он вырубит мне Феокодона. Так, а теперь диплодок. Сколько у тебя? Хватит. Нам хватает как раз его уничтожить. Тыч. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Какой здоровый. Так смотришь на него, да? Прям, наверное, как с пятиэтажного дома. Может быть, даже и выше. Посмотрим. Ага. Дайте мне $100, пожалуйста. Ну, $100. Ну, дайте мне $100, пожалуйста. Ну, какие там $100? 600 ДНК. Иди, радуйся, как говорится. Я хочу посмотреть, засчитали мне вот этот вот поединок или нет. Вот, ребят, засчитали. Значит, все правильно я понял. Наземная, иди сюда. Ну, вызов. Давай попробуем теперь взять тиранозавра. К примеру, топижару. И нондазуха. Старт. Топижара, тиранозавр и нондазух.
Ага. В принципе, неплохо, ребят. 191. Так, у него по хпшкам-то будет помощнее, чувачок. Мы сейчас, наверное, будем менять. Или не будем. Что он там сейчас будет предпринимать? Атаку все-таки наносит. Прикинь. Хм. Сколько у нас тына? Ой, нет, слабенько. Он сделал атаку. Ладно. Атака плюс бонус. Проверочка. Что он сейчас будет делать? Опять две атаки. Одну. То есть я его, грубо говоря, раскусил, получается, да? Поехали. Ну, естественно, выходит. Две атаки ему нужно будет потратить, а у него четыре. Топижара его, в принципе, ушатать должен. Топижара его должен бомбануть, ребята. Сейчас глянем. Ну да. Если он, конечно, не поставил в защиту. Нет, не поставил. Но он все на Ринфоринса, наверное. А, Скафагнат. Слушай, он мощный чувак. Скафагнат. Ну что, вот смотри, он сейчас две атаки нанесет мне, да? А у меня остается Нундазух. Против летающих Нундазух это полный форшмак. Полный, ребята, форшмак. Ну ты посмотри по атаке, ты видишь, да? Я не знаю, давай так вот попробуем. Оу, щит! Если бы я знал, я бы, конечно, бы атаковал. Ну а что атаковать, ребят? 4 на 57, это всего лишь там 300, а у него 600. Ну что ты дергаешься там, дергун? Ну подбил, понятно, дело. Да, Нундазух, не повезло нам, конечно. Ну ничего страшного. Мне главное, чтобы я сделал задание. Так, забираем с тобой награды. Уровень-то получим, нет? Не, какой там уровень? Да что ты мне просто дай открыть. 35 долларов и музей голограмм. Это что-то новенькое, друзья мои. Такого музея у меня еще не было. Так, дай-ка я его, наверное, сразу поставлю себе. Этот музей. 5000 дают за 12 часов. Станция связи. Иди, Оуэн, справляйся. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!